свою не хочешь поставить еще? А зачем? Я уже баловался по всякому случаю, бренчала под гитару. Ну что, пусть бренчала. Не спеши. Вот что я еще хочу показать. Центробой. Центршот, типа. Да. Это очень круто на самом деле. Это я и на свою обязательно сниму. Можно сделать вот так еще. Йоу. Главное сильно не трясти. Ну, что я тебе скажу? Вот он тянется, но не так мягко. Как, не знаю. Как классика, хорошая. Ну, чем он, собственно, и является. Если вкратце, очень мягкий, приятный, красивый, но негуманный по цене, но доставляющий массу удовольствия лук. Подпишусь под каждым словом. Да. Ну что? Ну и тут, по-моему, 9 или 9 с копейками. Подожди, у тебя же винтом наклеен. Не-не, ставь, надо ставь, нормально. Ага, врубился. Это нормальное охотничество. Я думал взять комплект карбоновых потоньше, потому что этими бревнами стрелять это так. Нормально. Для зала зимой. Нормально. Когда я их покупал, я рассчитывал, естественно, вот не на спорт. Я очень правильно взял свои трубки. Они даже больше подходят, чем мне. Ну что сказать, это самый скучный лук за последнее время, который я видел. Еще более скучный был Samic Vision с топовыми карбоновыми плечами. Почему скучный? А он сам стреляет. Потому что попадает куда целишься. Да. Нет эффекта неожиданности. Абсолютно. Кто-то бы сказал, что так и должно быть. Да нет, деревянными, я думаю, что это безидейно. Хотя он, конечно, слабенький, но... Ну, выскажи свое мнение. Я уже сказал, сам стреляет. Значит, натяг. Это нормальная классика. Не очень мощный лук, здесь 45 фунтов. Когда-то я в него вообще еле-еле влазил. Притом вытек у меня небольшой. Кстати, база тут очень маленькая. Так что ничего военного нет. Тянется красиво. По ощущениям, почти спортивный лук. Очень-очень тяжелая рукоять. Вот реально можно взять и ударить. Как берешь в руки, маешь вещь. Мощь чувствуется. Просто единственное, что мне не понравилось, очень тонкая рукоять. Но ну, можно здесь накладка на винте, можно заморочиться, изготовить другую, можно обмотать гриппом, вариантов до хрена. Хоть делает под них сменные. Ну, тем более. Стоит он 1000 баксов или не стоит, это вопрос очень забавный. Не, ну 1000 баксов он не стоит, он стоит где-то 750.
Я не знаю, сколько сейчас новый стоит. Я тогда покупал по неплохой цене, конечно. Но разница, конечно... Ну, тогда был курс 8. Когда брать, к примеру, всякие китайские там Цзиньдао, еще что-то там, даже недорогие металлические Олимпики, разница, конечно, чувствуется без вопросов, ощущается сразу. А я базу побольше сделаю. Ну, я не подкручиваю эту стрелку на столе. Вытянулась уже, может. Я когда-то в отпуске сделал настенное панно. Такое. В виде щита геральдического. С подставкой для стрел и крюками для лука.